В свои 15 лет я объездил весь мир. Недавно я путешествовал по самым популярным местам Италии, где потратил кучу денег. Приехав в Кишинев, я понял, что можно было обойтись и без поездки, ведь вся Италия у нас под носом. Зачем ездить в Рим и смотреть на Колизей, когда у нас в городе есть много разрушенных зданий? Но одно здание в точности повторяет всю архитектуру римского сооружения. Это гостиница «Националь». Не верите? Давайте сравним. Сходство этих зданий заключается в том, что они оба были построены во время империй. «Националь», как и Колизей, был разрушен из-за набега варваров. Отсутствие окон делает эти два сооружения еще более схожими. Наверное, именно из-за этого фактора наш памятник культуры тоже пользуется огромным спросом у приезжих. Но оно даже круче, ведь вход туда абсолютно бесплатный. А основным плюсом является то, что в отличие от Колизея, в нем можно переночевать. После Колизея вы, конечно же, отправитесь в Ватикан. Так сказать, в город в городе. Для вас станет удивлением, но и в Кишиневе есть такое маленькое государство. Речь идет о городке Победы, который, как и Ватикан, находится в самом сердце столицы. В нем есть свои жители, своя армия, библиотека и, конечно же, свой папа. Какой турист, побывав в Италии, не съездит в Милан на шопинг? Если вы живете в Кишиневе, то вам должно быть стыдно покупать вещи за границей, ведь самая брендовая одежда находится в нашем центральном рынке. Если вы всю жизнь мечтали попасть в Венецию и прокатиться со своей девушкой на гондоле, не расстраивайтесь, просто дождитесь дождя в городе. И гондола вам обеспечена. Тем более на ней прокатит вас лично мэр города, прямо до местного водопада. Как вы поняли, Кишинев действительно похож на Италию. Ведь как и там, у нас тоже есть своя местная легендарная мафия, которая известна на весь мир. Обращайтесь в наше турагентство «Сериле Примария». «Сериле Примария», мы знаем, куда вас послать.